Всем привет, дорогие друзья! 2 года назад я нашел вот такой вот коралл. К сожалению, не целый, но он у меня стоял на витрине. И спустя 2 года я нашел от него, в метрах, наверное, 10 от того места, где я его нашел, нашел еще один кусок. Ведь я его только обработал, еще масло не вскрыл. Но если приложить, то вот он, получается, кустик. В том же месте я также нашел сначала половинку ежа, а потом вверх по склону ползу. Ой, еще половинка ежа. Думаю, о, прикольно, 2 половинки. Складываю их вместе, оказывается, целый еж. Вот так вот спустя 2 года коралл стал целым. Тот, кто ищет, всегда найдет.